Здравствуйте, меня зовут Маргарита Елисеева, и я руководитель небольшой студии английского языка «Британика» в городе Воронеж. Мне бы хотелось сейчас оставить свой отзыв на вебинар Ирины Ботнер о привлечении клиентов. Хочу сказать огромное спасибо Ирине, я получила просто какое-то невероятное количество новой информации для себя. Мне прям уже хочется сейчас пойти и начать делать. Главное, что со мной случилось во время этого вебинара, я решила наконец-то заняться видеоконтентом на своих страницах, записывать небольшие видео для родителей, для учеников. Для меня это, конечно, такой выход из зоны комфорта, но вот это то, что случилось именно благодаря тому, о чем рассказывала Ирина. В начале вебинара мы записали 6 вопросов. Ну, это я записала 6, можно было записывать 1 или миллион, неважно. У меня получилось их 6. И в конце нужно было решить, ответила ли Ирина на них или нет. И вот как по волшебству, на все мои 6 вопросов они не были слишком общими, они были такими очень точечными. Вот на все 6 вопросов я получила ответы. Но я получила еще, конечно, огромное множество ответов. Пошаговая инструкция, как привлекать людей в свой бизнес, как общаться правильно с клиентами, особенно... Большое спасибо за общение по переписке. Ирина тоже там такой небольшой совет дала, который, на мой взгляд, очень ценный. Не буду, естественно, раскрывать все секреты, сами посмотрите. Очень здорово. Спасибо, что делитесь опытом. Честно, мне вот никому больше не хочется и не надо идти учиться, потому что вот одна единственная Ирина закрывает все мои потребности и в плане методики, и в плане того, как выстраивать именно свой бизнес. Что-то уже я знала, но знала я, опять же, за счет личной консультации, которая была у меня год назад перед прошлым учебным годом. И когда я воспользовалась вот теми фишками и теми советами по рекламе, они у меня сработали. Я себе привлекла, ну, порядка, наверное, 10 новых учеников. Вот за счет того, что мне посоветовала тогда Ирина на личной консультации, то, что рассказывается как раз вот в этом вебинаре. Очень здорово были реальные кейсы, то есть преподаватели присылали Ирине свои объявления, говорили, сработали, не сработали они, сколько они стоили. Очень интересно проследить то вообще, какая реклама считается эффективной. То есть кажется, что реклама эффективна тогда, когда я набрала себе группу, в каждой группе у меня сидят по 15 человек, они ко мне ходят до пенсии, потом приводят своих внуков. Эффективная реклама — это тогда, когда был проявлен к вам интерес. То, что вы будете делать дальше, это уже исключительно ваше дело, и это уже тема для следующего вебинара, который я с нетерпением, с огромным жду, обязательно буду в нем участвовать. Еще раз большое спасибо и всем рекомендую, всем, кто работает на себя, всем, у кого есть свое небольшое или, может быть, большое дело, всем рекомендую присмотреться вот к этому вебинару, он просто супер-мега полезный. Спасибо.